Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Белов, и сегодня я решил заснять свой влог. Итак, что мы делаем? Нихуя мы ничего не делаем. Как обычно, сидим, страдаем хуйней. Ну, приоделись, естественно, пойти на дискотеку, музыку послушать. Сейчас я вам покажу Сергея. Что, типа 3D очки, что ли? Нахуя вот так вот просто делать? Уважаемые подписчики, просто, если вы знаете, нахуя вот так вот делается, когда снимает человек видео, то это в комментариях напишите. Чё ты меня снимаешь-то? У меня свой канал есть. Короче, мы вообще не знаем, вот чем заниматься. Мы, короче, 2 дня выходных. Знаете, что мы делали 2 дня? Ничего. Не-не-не. Тут как это? Даже. Не у Соболева. Типа, Дима, помоги. Что мы делали на выходных? Нихуя. Вот. Выходные, ну, короче, у нас тупо пролетели незаметно. Завтра уже нам выходить работать. И не сделали мы нихуя. Что вы скажете по этому поводу? Нихуя. Ой. Видите, как мы бомжуми быть? Один двоих нахуй. Бичи. И вчера, еще знаете, что мы? Мы вчера анаком заваривали. Один на двоих тоже. Вот так и живем. Просто it's my money, bitch. No money. Ну, где мои деньги, сука? It's my money, bitch. Ну ладно, ладно. Хорош, хорош. Смотрите, короче, какая здесь машина есть. Типа. Я вам сейчас покажу. Смотрите, короче, здесь так, дверь такая. Потом идет вот такая сразу. Потом сразу идет опять такая же. И здесь черная. Ну, короче, друзья, машина вся побитая, перебитая, крашеная, перекрашенная. Плюс еще она карбюратор. Вот такие вот дела. Сегодня он ремонтировал стартер и регулировал клапана. Кто не знает, что такое клапана, идите нахуй, объяснять не буду. Берете, заходите в Google и говорите: окей, Google, что такое клапана на машине? Ну или в машине, там как правильно. Я не автомеханик, поэтому я не могу вам там правильно сказать. Ладно. Вот еще у нас перед нами здесь такое... Это такая гостиница. Смотрите, какая красивая. Балкончики здесь такие четкие. Ты тихо, сейчас авторские права тут рубанут сразу. Короче, сейчас у нас по плану. Сколько сейчас времени? 19:32. Время у нас, друзья, 19:32. Дискотека у нас начинается в 9 часов. Дискотека у нас, знаете, через что? Через рупор. Я думаю, все знают, что такое рупор, поэтому объяснять тоже не буду. Если кому интересно, что это такое, и кто это не знает, и если вы не знаете, что это такое, вы заходите опять же, говорите: окей, Google, и все. И вам подробно объяснить, что это такое. Вот. И, короче, сейчас у нас будет дискотека. Пойдем послушаем музычку. Музыка уже надоела, вся одна и та же, ничего интересного нету. И дискотека у нас до 21, ну короче, до половины 10. И все. И мы ложимся спать, потому что завтра работа. Потому что больше делать нечего. Нихуя. Целый день, надо посмотреть. Целый день, знаете, что мы делали? Ну как тебе? Целый день мы слушали музыку на колонке. Просто бесились, короче, и ничего не делали. Потому что на море мы не ходим, потому что там она сейчас зеленая. Она как в болоте. Вот как в болото. Вот ты заходишь в болото какое-то, пальцем в пруд. Мне кажется, даже пруд был бы чище. А вот, может, я не знаю, может, на следующих выходных мы все-таки съездим на этот. Здесь, короче, есть озеро Суко. Или не озеро, пруд это, да? Ну, вроде вот, ну, неважно, вот. Здесь есть, короче, Суко. Поселки Суко. Поселок Суко. Там есть, ну, озеро, не знаю, либо озеро, либо пруд. Или море, хуй. Да. Там, короче, вода чище намного. Вот мы хотим туда съездить, там, говорит, красиво, говорит, там как бы горы такие, ну там прикольно.
Вот, мы хотим, наверное, туда съездить. Ну, как получится. Мы вообще хотели на тех выходных съездить. Ну, не именно там суббота-воскресенье, как, если вы так думаете. А там, когда у нас выходной был, ну, когда мы не работали. Вот, мы хотели съездить. Потом мы хотели, вот сейчас у нас выходные хотели съездить. Нифига не съездили. Сейчас они съездили почему? Потому что девчонка там одна заболела. Потому что мы хотели все вместе поехать там, с смены своей, с кем мы работаем. Ну, не всей, конечно, а там с кем мы, ну, общаемся там больше. Там. Вот. Мы хотели с ними съездить. Но не получилось, так как она заболела. А другая девчонка, ну, тоже. А у нее, короче, с пальцем там какая-то фигня случилась. Ну, не опух палец, она этот, ногти стригла. И заусенец оторвала, и у нее, короче, вот где заусенец оторвала, ну, там... Пошло загноение. Сбоку. Да, пошло, короче, загноение, там это опухло, и ей ездили, короче, ну, она ездила, ей делали, ну, мини-операцию, можно так сказать. Вытащили просто гной, вот это все, вот это выкачали, ну, разрезали, вот это, естественно. Вот, и сейчас она ходит с замотанным пальцем. И опять же, и с ней, и, ну, то, что она, у нее случилось, тоже не смогли поехать, потому что мы своих не бросаем, правильно, мы с ними гуляем, общаемся, поэтому мы никого не бросаем. Вот такие, друзья, истории у нас. А так особо ничего интересного нету. Ну что, друзья, вот такой у нас получился небольшой вложик. Я думаю, вы соскучились по моим влогам. Поэтому, друзья, следующие влоги обязательно будут. Продолжение смотрите дальше. Продолжение скоро будет. Поэтому, друзья, продолжение следует.